Всем привет. Так. А вообще знаете, что? Побежали сразу на виллу. Мое любимое. Раз уж я рядом тут родился. Все дороги ведут на виллу. Ты где-то здесь как раз таки. Ух ты. Не шутя, это чё у нас? Желтая что ли? Сразу столько налетает. С одним пистиком такое себе. Кто-то ходит там уже. Уже ботов уже убивают. Ну, вертолетик тут. Ну что такое-то, ну? Как это так происходит? Еще есть. Офигеть, патроны закончились. Я что, двоих там вальнул, походу, да? Третий будет еще? Какие-то нубы, если честно.
Потеря пакетов 1%. Почти пусто. А почему почти пусто? Кто-то бегает. Нужен обезбол, а я пока я прендифи. Ко мне уже кто-нибудь придет. Все равно придется сейчас обезбол искать. Он прошел мимо? Сколько ты говна насобирал? Шел в жопу. Сраный год. Дай бейсбол, а скажи, что у тебя есть бейсбол. Использую наконец-то. Слава богу. Спасибо, чувак. Ты меня выручил. Ну, сейчас разыграемся тогда. Показывай все свои навыки хирургии. Странно, конечно, как ты их убил со сраного пистолета. Как всегда, пистолет тащит нищебродское говно. Опа. Или показалось. С МП5 так я не убиваю. Боже, ты нафиг вот этого говна мне набрал. Где нормальные патроны? Почти пусто, тоже тогда нафиг. А тут что? И тут половина. Ладно, окей. Так, это бот, у нее ничего хорошего нету. А, вот так вот, да? То еще веселее пуха. И рюкзак еще даже веселее. Куда вам столько бинтов-то берете? Ну.
кто-то ходит. Здесь это бот. Да не нужен мне твой шлем, блядь. Зачем мне твой шлемак? Так, воды нам столько не нужно однозначно. А, ну подожди, надо было выпить. Ладно, выпьем эту. Куча мусора взяли зачем-то, парни. Куча мусора. Монетку. Ну я бы, кстати, еще одну эту взял бы. Так, давайте вот так вот сделаем. А, нет. 130 тысяч, 85. Какой из них покрасивее, помилее? Вот с тебя и начнем. Еще один автомат, да. 40 тысяч. Вы чё понабрали всякого? Как мне это все теперь носить? Как мне это все выносить? Ё-моё. Может разрядить калаши? Две разные еще. Почему они не стыкуются? Падла. Напугал меня, засранец. Да, надо разряжаться, короче. Надо разряжаться. Осталась половина. А здесь сколько? Магазин полон. А чё, в ту не складывается? Почему-то так. Ходит опять. Плохо, что, ну хотя и хорошо, что дверь не слышно, когда открывается, как бы. Магазин полон, отлично. Можно вот так вот сделать? Мне как-то оно под... А. Магазин полон, все окей. Кто-то еще ходит. Или бот этот. Или не бот. Каску кто-то выкинул. Извини, чувак. Пожалуйста, закрой дверь. Дует немножко.
Только зарядился, все красиво было. Дайте мне челика полутать, пожалуйста. Как мне тебя унести, пожалуйста, подскажите. Так, МП-5. Нафиг. Газировки бы надо забрать бы. О, да, конечно. Ёпарасота. Так, это нафиг тоже. Эти аптечки нафиг, я думаю, мне уже столько не понадобится. Сколько ты стоишь? Нафиг. И никак? Да ну серьезно? Я не хочу вот эту брать рюкзак. Что-то самое дорогое, я тебя разберу сейчас. Приклад, обойма. Я хочу тебя с собой взять, но не могу. 130, 85. Прости. Они, кстати, они к этой не подойдут. Медвежонок сколько? 9000. Патроны. Ладно, газировка. Доверяю газировке. Подшива. Ну, ладно, прикладик заберем тогда. Будешь без приклада. Так. Жратвы нам не нужно. Еще хотел еще посмотреть, куда мы будем выходить. О, кстати, можно по этим тоже полить. Ну кто за сранец какой, а? С дробашом ко мне в гости пришел. А ты хорош, ты хорош. Всякого мусора понабрали. Вот я тоже мусор собираю, когда нечего положить. О, и вот это хорошее. 800 за выстрел. Пять минут заберем. Теперь надо вот это освобождать. Так, 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 так. Так, вот, наверное, да? А, мне еще эти на. А, зачем мне жетон? Нафиг и жетоны мне не нужны. Приклад девяточка. Не нужно столько бинтов. Монетка сколько? 7000. Мне столько бинтов. А, у меня две подшивы, кстати. Нужны ли мне они две? Я думаю, что нет. Если честно. Я думаю, что нет. Да бинтов тоже столько не нужно. Бинтов не нужно. Так, бинты я тебе дарю. Ты мне отдаешь? Что ты мне даешь? Вот это, кстати, стоит нормально. Еще бы соединялось что-нибудь во что-нибудь. Пам-пам-пам-пам. Аптека.
Те, куда идти? Я сегодня щедрый. И все. Пора на расваливать. Так, тут все проверили вы, я смотрю. Я смотрю, вы сегодня здесь вообще все облутали. Я чисто с пистика к вам зашел. И теперь я думаю, надо отсюда выходить. Вот это место мне не нравится, этот пляж сраный. Так. Ага, этого голожопика мы завалили. Пора валить, короче. Зачем они в обычку так вкусно одеваются? Объясните мне. Зачем? Я, кстати, ни разу на вертолете не улетал, если честно. Здесь какой-нибудь снайпер меня не заберет. Не, ну а шумная, конечно. Давай, старый, восстанавливайся. Нам сейчас самый опасный момент бежать. Ой, я вообще тут такая наживка для снайпера сейчас. Забирай, не хочу. Я еще и тяжелый весь. Run, беги, чувак, беги, Форест. За унитазы спрячься. Все, идем не спеша. Не, ну неплохо, неплохо. Но я обосрался, когда у меня там патроны закончились. Это было жестко, конечно. Вот так вот. Ну реально какие-то нубы попались. Меня голову не убить, это что-то с чем-то. Это бот там, скорее всего. Надеюсь. Очень на это надеюсь. Ну, 537 неплохо. А, было там три написано, что я троих забрал. Ну, человечков. Вроде троих. А в общем, восьмерочку вместе с ботами. Очень неплохо, в принципе, вылазка. Ладно, дизлайк, подписка, удачи.